связи с донесениями разведки о крупных силах противника, концентрирующихся в окрестных джунглях, американская база была усилена подкреплениями. В ОЦК полагают, что СВА надеется, заняв господствующую высоту долины Тинь-Ли, взять под контроль рисовые поля, расположенные в долине у подножия.
Новости с передовой. Войска США успешно отбросили северо-вьетнамскую армию, атаковавшую господствующую высоту долины Тиньли. На момент подготовки репортажа было заявлено, что противник потерял сотни солдат. Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Памятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. После брифинга ОЦК для прессы были произнесены буквально следующие слова. СВА ощутит на себе весь гнев, всю мощь Америки.